дорогие друзья! Сегодня пятница, 29 июня. Ну и, конечно же, сегодня рыночный день. Поэтому давайте вместе с вами сходим на рынок, посмотрим, что там почем. Потому что многие из вас писали, что цены очень сильно выросли на картошку, на лук. И говорят, в общем, что цены выросли. Я не знаю, поэтому давайте пойдем посмотрим. Последний раз мы были в... по-моему, в начале июня. Ну, в общем, смотрим и удивляемся, если будет чему удивляться. Абрикосы. Абрикосы 4 лиры и черешня 3 лиры, персики 4 лиры, нектарины тоже 4 лиры. Пока цены нормальные. Вот такие вот красивые абрикосы стоят 5 лир, черешня стоит 4 лиры. Уже начался инжир. Инжирный когда? Инжир по 10 лир. И клубника из Газипаши 6 лир, но она мелкая. Яблоки 2,5. Абрикосы есть по 5 лир, по 3 лиры. Зелень. Цены на зелень начинаются от 1 лиры и выше. Капуста стоит 4 лиры. Вот такая капуста стоит 2,5. В общем, цены нормальные, как и всегда. Клубника, последняя уже клубника, идет по 6 лир. Вот такая вот вкусная, сочная черешня. 5 лир. Ну и, конечно же, всех интересует, почем картошка, друзья. Цены на картошку выросли. Картошка стоит 5 лир. Ну а вот такая вот картошка по 4 лиры. Смотрим цены на лук. Лук подорожал, стоит 4 лиры. В общем, друзья, как вы видите, цены выросли только на картошку и лук. Все остальное вроде по таким же ценам. Начался виноград. Виноград по 3,50, помидоры 3 лиры, огурцы 2,50, кабачки 4. И баклажаны по 4. По 2 лиры. Различные специи, чаи, сухофрукты. Но здесь цен нет. Кукуруза 10 штук, 5 лир. Либо 6 штук, вот такой вот небольшой, тоже стоит 5 лир. Либо можно купить уже вареную кукурузу. Идем дальше по рынку. Лук, вот такой вот мелкий лук стоит 5 лир. Картошка мелкая по 2,5. Вот уже пошли нормальные цены. 2,5 лиры. И лук. Лук по 3,50. Так что вы видите, что цены опускаются. Капуста. Различная зелень. Но ее везде полно, этой зелени. Ну и, конечно же, редиска и свекла. Вот из этой свеклы я варю борщ. Морковь стоит 3 лиры. Морковь тоже подорожала, была по 1,5 лиры. Сейчас день, и здесь достаточно много народу. Поэтому сейчас я пришла снимать видео, а за покупками я приду уже вечером. Вот аланийские бананчики. 4 лиры. Здесь я прикуплю их. Вот здесь вот у них очень красивая зелень. Кстати, лимоны тоже дорогие, подорожали. Стали 8 лир килограмм лимон. Что-то дороговато как-то.
слива и вижу арбузы и дыни. Арбуз килограмм 1 лира. Вот такие вот здесь интересные баклажанчики, какие-то крупные. Первый раз такие большие вижу. Ну и перец стоит там 2 лиры. Красный сладкий перец 3 лиры. И вот есть такая вот интересная фасоль 7 лир. Я никогда не пробовала. Кто пробовал, напишите обязательно. Персиковый рай, персики. Алло! Из Бурсы. Я вам говорила про персики из Бурсы. Вот эти персики самые вкусные, и стоят они всего 3 лиры. И абрикосы, откуда они, непонятно, в общем, стоят они 3 лиры. Огурцы по 2,5. И вот такие вот красивые, сочные турецкие помидоры. 3 лиры. Дыни штука стоит 1,5 лиры. Вот такие вот сладкие, сочные турецкие. Грецкий орех 1 кг 25 лир. Свежий грецкий орех, целые горы. Есть еще чищенный грецкий орех. Ну и разные другие орехи. И, конечно же, инжирнека, да? Тоже 25 лир вот такая упаковочка стоит. Угостили меня грецким орехом. Посмотрите, какая красота. Свежий грецкий орех. Любите ли вы кукурузу так, как ее любят турки? На рынке появился виноград. 3,5 лиры зеленый и темный. Ну и помидоры стандартно по 3 лиры. Перец чили. Пишите, кстати, в комментариях, любите ли вы перец чили и вообще используете ли вы его для приготовления. В Турции его используют. Ну, а я, конечно же, как всегда, нет. Ну, и здесь уже стандартно арбузы, дыни, различные специи. В общем, на рынке есть все. Различные сухофрукты и вот такие вот вкусняшки. Дживиз для суджук в особом сиропе, грецкие орехи. Я не очень люблю, если вы любите, напишите. Но я, кстати, не очень люблю. Сейчас 4 часа. Ближе к 5, наверное, поэтому очень много народу. Я уже говорила об этом. И что по ценам, в принципе, все стандартно. Я еще поговорила с некоторыми продавцами и владельцами близлежащих магазинов. Друзья, появилась Момордика. Вот этот фрукт называется Момордика. Очень полезный, с красненькими семенами. И вот такая вот еще слива, сочная, красивая, 4 лиры. Да, я говорила о том, что я поговорила с владельцами некоторых близлежащих магазинов и продавцами на рынке о том, что же происходит с ценами на картофель и на лук. И они сказали, что цены упадут, и все будет опять, как было раньше. Ну и, как вы уже сами поняли, цены выросли только на лук и на картофель. Ну и на морковь 3 лиры они чуть-чуть выросли. А так, в принципе, с ценами все в порядке. Поэтому не бойтесь, приезжайте. Все окей. Все у нас с ценами окей. И еще зашла в свой любимый магазин Роя Кундура. И мне сказали, я опять ищу, вот у меня сейчас надеты, видите, вот такие вот тапочки из ткани.
И я зашла туда посмотреть что-нибудь еще на смену. И мне сказали, что скоро завезут зимнюю обувь, потому что кто-то из вас буквально недавно в комментариях спрашивал про зимнюю обувь. Вот стоит наш мопед. Спрашивал про зимнюю обувь. Поэтому сказали, что на следующей неделе уже появится зимняя обувь. Я с нетерпением хочу посмотреть. Ну, а еще я искала балетки с острым носом. Их я, к сожалению, не нашла. Ну, а сейчас уже буду заканчивать видео. Надо возвращаться обратно в офис и дальше работать. Поэтому я надеюсь, что я удовлетворила ваш интерес по поводу того, что происходит с ценами. Поэтому не бойтесь, приезжайте, отдыхайте. Наслаждайтесь Аланией, фруктами и овощами. Ну а на сегодня всем всего хорошего. Всем пока-пока.